Здравствуйте. Эфир телеканала ЛРТ продолжает программу «Диалог с главой» в прямом эфире. Задавать ваши вопросы вы можете по телефонам нашей студии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий расскажет об итогах прошедшего учебного года. Узнаем, какие работы по благоустройству округа сейчас проходят, и познакомимся с теми жителями, которые украшают наш округ. Владимир Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Начать эфир предлагаю с главного события для всех родителей, школьников и учителей – окончания учебного года. В этом году люберцы в хорошем смысле выделились. Мы вошли в топ-3 городских округов Московской области по результатам Всероссийской олимпиады школьников, с чем поздравляем старательных учителей и не менее старательных ребят. Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу образовательных учреждений в прошедшем учебном году? Ну, я могу сказать, что я думаю, что наши жители, в основном это родители, они оценивают учебу своих учеников, оценивают работу родителей. И я могу сказать, что сегодня все оценивается, в том числе нас оценивает и область, и федерация. Сегодня есть определенные подходы, есть шкала, есть определенные требования, есть рейтингование. Поэтому я везде и всюду говорю, что люберецкое образование, люберецкое учительство – это одно из лучших в Московской области, это абсолютно правда. Я вот смотрю, значит, анализ, скажем, вот последних 5-7 лет. Если взять за 100% выпускников, то процентов 60-65 наших выпускников ежегодно поступают на бюджетные места в вузах. Это некий показатель, потому что, чтобы поступить на бюджетное место, есть конкурсы, это же обучение бесплатное, тебе еще стипендию платят. И поступить непросто. Наши ребята поступают, значит, есть знания. Кроме всего прочего, есть такой показатель в области, Министерство образования оценивает, это есть такое рейтингование школ, это зеленые, желтые, красные зоны. Так я вам скажу, вот последние годы все школы Люберец, Люберецкого городского округа находятся в зеленой и желтой зоне. Это тоже некий показатель. Я вам скажу, есть несколько школ, они наши флагманы. Это и 16-я гимназия, и 41-я. Они входят в топ-100 лучших школ Подмосковья. А что касается учеников, то есть некий показатель. Это количество медалистов, количество стобальников. И мы здесь тоже на хорошем счету. Я скажу, если в этом году, вот по памяти, у нас 1234 выпускника. Из них 122 медалиста. 15% практически. Да, это хороший показатель. И я, так получается, что я очень часто бываю в школах, беседую с выпускниками, с учителями. И в этом году не исключение. И вот мы буквально вчера выпустили или провели бал медалистов. И когда смотришь на этих ребят, то просто в глазках это интеллект. Это уже взрослые ребята, которые самостоятельно оценивают все происходящее, самостоятельно принимают определенные решения. Но самое главное, у них есть интеллект, и он высокий. Но уровень интеллекта – это показатели, это обучение в школе. Тем более, если ребята получили золотые медали, значит, это есть за что. Это на протяжении 10 лет ребята учились на отлично, и это есть некий показатель. Поэтому у нас, я оцениваю, хорошие ребята, в силу того, что они получили достаточно высокие оценки и их обучение, то это заслуга, конечно же, учителей. И ребята приложили усилия, но мотивацию, понятно, дают в какой-то степени родители, но вот любовь к обучению, к определенному предмету, это дает учитель. Более того, я заметил, вот уже было сказано, что сегодня люберцы, потому что все оценивается, в том числе оценивается уровень образовательного процесса на территории, это количество олимпиадников. Тут люберцы по количеству олимпиадников, победителей, вошли в топ-3 всей Московской области. Это очень высокий показатель. И это тоже заслуга как ученика, так и учителя. И я для себя сделал вывод, там, где учитель
ну, скажем, для него учительство – это не работа, а некое хобби. Для него это учительство – это некая его жизнь, это продолжение его, как бы, вот, бытия, его сущности. И он, когда с этим, к этому относится с душой, к нему тянутся дети, тянутся ученики, у них появляется интерес. И там, где я заметил, значит, по ЕГЭ ребята достигают хороших результатов, там и учитель на уровне. Олимпиадники. У нас больше всего олимпиадников по целому ряду предметов, а там учитель неординарный. Он умеет мотивировать и умеет дать знания, и у человека просыпается вот это любопытство к предмету, и он становится олимпийцем. Поэтому у нас достаточно хорошие учителя, хороший уровень, хотя совершенству нет предела, есть над чем работать. Я очень часто критикую наше управление образованием, потому что у нас, я не буду сейчас говорить в эфире, есть определенные недочеты, есть определенные, скажем, ну, я не могу сказать, что провалы, потому что мы бы были бы на другом уровне, если бы, скажем, у нас были провалы. Но есть как бы недоработки, и над этим надо работать. Ну, управление образованием у тебя тоже занимается. Ну, нет предела совершенства. Конечно, это такая простая маленькая задача. Познавать свою профессию, в данном случае мы говорим об учителях, совершенствоваться в ней и передавать эти знания вот ребятам подрастающего поколения. Но для тех детей, которые любят учиться, каникулы – это время, когда можно заниматься любимым делом. Звонков нет, домашних заданий нет, поэтому можно посвятить все свое свободное время любимому делу. И мы сейчас с вами можем посмотреть сюжет о том, как умные дети проводят умные каникулы. Хорошо, спасибо. А шипение – это выделение газа. Только не углекислого, там вода, а какого? Водорода. Здесь не ставят оценки, не носят форму, а занятия можно посещать по желанию. Наверное, о такой учебе мечтает каждый школьник. В 16-й гимназии именно так проходят будни детей и учителей. Флагманская школа участвует в проекте «Умные каникулы». У нас в классе многие говорили, что нет, мы туда не пойдем, потому что это скучно, мы лучше пойдем погуляем. Но я решила попробовать сходить, и мне нравится. В инженерно-технологической лаборатории ученики старших классов изготавливают детали для своих проектов. Но это не классная и не практическая работа. Для ребят это увлечение и возможность реализовать свои идеи. Здесь дети абсолютно расслаблены и занимаются любимым делом. А мы представляем им здесь просто возможности к этому и помогаем им достичь тех результатов, которые они хотят достичь. Занятия проходят и на свежем воздухе. Во дворе гимназии сразу несколько активностей. Ученики 5 В, к примеру, изготавливают флюгер для определения направления и скорости ветра. Что сидеть дома? Ведь здесь мы и гуляем, и получаем новую информацию, общаемся с друзьями. Мне все очень нравится. В программе принимают участие все, кроме выпускников и первоклассников. Учеников распределили по группам в зависимости от интересов и уровня подготовки. Всего в проекте «Умные каникулы» задействовано более 1200 воспитателей. Гимназии. У нас действует вершина Фудзи, вершина Арарат, вершина Эльбрус и вершина Эверест. Значит, соответственно, с ребятами разного уровня работают учителя, предъявляя к ним разные требования и имея разные программы. Проект «Умные каникулы» проходил в 40 школах Подмосковья. В этом году такую практику ввели впервые. Пилотная программа пока действует только во флагманских школах. Постепенно к ней присоединятся и все остальные общеобразовательные учреждения. Владимир Петрович, мы видим, что учиться не скучно, но об этом мы поговорим чуть позже. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Владимир Петрович. Да-да. Здравствуйте, Анна Евгеньевна Каменцева, Красковский, Уличко. Значит, Владимир Петрович, в прошлом году в мае месяце мы собрали подписи, чтобы нам на Красковском шоссе в районе почты сделали пешеходный переход и установили полицейские. Вы знаете, насколько он опасный. У нас дети идут в школу, у нас идут пенсионеры на почту получать пенсию, у нас площадка под ТКО, машины потоком, особенно в часы пик. Это Егорьевская забита, все приезжают здесь. Мы обратились в прошлом году, написали письмо в Мосавтодор и в Люберецкую администрацию. И получили ответ от Мосавтодора, и такой же ответ получили вы, о том, что нужно на комиссии разобрать целесообразность этого вопроса.
Значит, есть... Потом Антонова у нас была в прошлом году, я в ноябре месяце, да, 16 ноября. Я опять подняла этот вопрос, потому что тишина была. На этой встрече с Антоновой присутствовал кто-то из ваших сотрудников, отвечающий за дороги. Анна Ильинична, в чем ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Значит, есть протокол, что во втором квартале должно было быть все сделано. Второй квартал закончился, а у нас тишина. Пожалуйста, помогите. Хорошо, нам, Анна Ильинична, я вопрос себе записал. Я буквально завтра с вами... Протокол 61-й. Да, 21-й год. Понятно, Анна Ильинична, я ваш вопрос записал. Я думаю, что ваши координаты остались у моих коллег. Я завтра дам коллегам поручение и постараемся в кратчайшие сроки выйти на решение по данному вопросу. Хорошо, спасибо. А мы возвращаемся к теме школьных каникул. Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, как ребята могут отдохнуть в округе, которые остаются дома? Может быть, про разный возраст рассказать, потому что каникулы для младшей школы не то же самое, что каникулы для старшеклассников. Ну, у нас, как бы скажем, есть разнообразие. Дело в том, что вот вы показали сюжет, гимназия 16, вот выступала директор, или брали у нее интервью директор Снегирева Ирина Валерьевна. Я оценил, что она как педагог, учитель, директор школы или гимназии, мы говорим, не заурядный человек, я ей благодарен, потому что благодаря ей там сформирован хороший коллектив. У нас сегодня гимназия 16 входит в топ 100 лучших школ Подмосковья, они занимают 20-ю ступеньку. Более того, значит, гимназия 16 является сегодня у нас флагманской школой, и это отдельная тоже история, потому что они сегодня у нас как бы как локомотив, что ли, в образовании, потому что как пример в образовании. Это отдельная история, это некие технологические приемы либо процессы в образовании. Я не буду об этом сейчас говорить, потому что тема такая профессиональная. Но суть в том, что на базе вот гимназии, значит, понятно, и умные каникулы, и умные дети, и стремятся детишек организовать, и привлечь лучших педагогов, дать определенные знания в целом ряде предметов, то ли это, скажем, в области физико-математических предметов, либо гуманитарных, и это происходит. И более того, привлекаем ребятишек со всех школ, которые... Так или иначе, хоть и каникулы, но интересуются наукой, хотят свои как-то знания повысить. Такие ребята есть. Я не могу сказать, что их много, потому что большинство летние каникулы, и надо отдыхать. И тоже правильно делает. Но есть ребята, которые совмещают отдых с углубленным изучением данных вот предметов. Кроме того, у нас же именно в летний период есть летние, скажем, мы их называем летние лагеря, где при школах у нас более, где-то по памяти скажу, там более 3600 ребятишек, которые летние лагеря дневного пребывания, где ребята и занимаются спортом, есть культурные программы, но они в том числе оказывают помощь в школах, где эти лагеря организованы. То есть там целая такая программа, в том числе включая экскурсии. Эти ребята вот в течение июня месяца занимались. У нас есть возможность, кто хочет подзаработать, есть трудовые, где ребята занимаются. Более того, кто хочет, у нас организованы выезды, и в том числе группы сформированы, отдыхали в нашем таком патриотическом, скажем, уголке в Московской области. Это «Патриот», где ребята тоже получали определенные знания, знакомились с историей и тоже получили удовольствие. У нас ребята отдыхают и в Краснодарском крае, и в Крыму. То есть мы на сегодняшний день стремимся каким-то образом разнообразить. Есть детишки, которые находятся... Ну, скажем, в определенных достаточно непростых, да, сложных жизненных ситуациях. Мы стремимся с ними иметь как-то и отношения, и каким-то образом оказать помощь именно в летний период. Этим тоже мы занимаемся. Это все, эта работа, по большому счету, школы, педагогического коллектива и управления образованием. Поэтому
по желанию, те, кто хотят каким-то образом разнообразить свой отдых, понятно, мы помогаем. Я уже не говорю о том, что сегодня организованы целый ряд мероприятий в наших библиотеках, в наших ДК, в нашем спортивном комитете, и в том числе по месту жительства. То есть мы стремимся ребят вовлечь во все эти процессы, чтобы ребята могли, кто хочет повысить свои знания, кто хочет заниматься спортом, каким-то образом увлечь спортом, или кто-то хочет просто отдохнуть, мы таким тоже помогаем. Есть выбор, а это главное. Выбор есть, да, да, да. Напоминаю, вы смотрите программу «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Номера телефонов вы видите на ваших экранах. Пожалуйста, звоните и задавайте ваш вопрос главе городского округа Люберцы Владимиру Петровичу Ружицкому. Владимир Петрович, конечно, для многих людей лето ассоциируется с отдыхом. Конечно же, приятно отдохнуть на море или на даче. Но не у всех это получается. Многие остаются в округе. И здесь задача администрации обеспечить интересный и насыщенный отдых, что, как говорится, на местах, и в городе в самом, и в поселках. Расскажите, пожалуйста, как реализуется государственная программа создания современной комфортной городской среды в нашем муниципалитете, как благоустраивают места массового отдыха, ну, это, наверное, парки, да, имеется в виду, и озера. Конечно, нельзя не сказать и о программе комплексного благоустройства дворовых территорий. Все, что связано, будем говорить, с городской средой, это тема отдельного разговора, потому что если жители видят, замечают, что у нас на сегодняшний день происходит в городе, в наших поселках, и мы можем сравнить Люберцы, поселки 10 лет назад, 5 лет назад и сегодня, есть динамика или нет. Конечно же, она есть, это замечает, особенно люди, которые приезжают в город, либо поселок, не были тут 5 лет и приехали. И такие есть, заходят, они чему-то удивляются. Мы, которые каждый день здесь живем, мы как бы и не особо видим эти изменения. Но я хочу сказать, что все, что связано с местом проживания, то есть дом, вернее, есть квартира, есть дом, то ли он 5-этажный, то ли он 25-этажный. И понятно, что выходишь из подъезда, во-первых, подъезд должен быть опрятным и чистым. Подходы к этому подъезду должны быть нормальными. Подъезд должен быть нормальный. Ну и рядышком желательно и дорога без ям, и детская спортивная площадка, они ухоженные. То есть освещение, тротуары. Значит, мы этим занимаемся. Занимаемся очень плотно, ежегодно, мы планируем, и это все стоит каких-то денег определенных. И суть в том, что в этом плане мы стремимся, нас же Люберцы сравнивают с Москвой, потому что, понятно, есть Москва, это субъект, это столица. Я везде говорю, что Люберцы – это столичный регион, это тоже столица. Я нигде не рассказываю, что в Москве одни деньги, у нас они другие. Это никого не интересует, но мы тянемся за Москвой. Мы стремимся, чтобы разницы большой не было между Люберцами и Москвой. Нам, я думаю, что в какой-то степени это удается, и мы стремимся, по крайней мере, территорию удерживать на определенном уровне. Поэтому этот год не исключение. Мы в этом году планируем обустроить 34 двора. А обустройство двора, что это такое? Это и тротуар к дому, это подъезд к дому, это детская спортивная площадка, это освещение. Ну и, понятно, где-то должна быть площадка для сбора мусора и утилизации его. Это тоже мы делаем. И когда это мы все обустраиваем, то это, конечно же, меняется в целом внешний вид. И это я ценю, у нас получается. Был задан вопрос о зоне рекреации. Понятно, что это парки, это какие-то пруды, это озера. Все это у нас есть, и все это требует тоже определенного, будем говорить, ухода содержания. И эта тема, она такая достаточно обширная, и она такая объемная, я бы сказал. Я на эту тему могу долго как бы рассуждать, но вот у нас есть Наташинский парк. И люди видят, был он, стал, и то, что было в 2013 году, это первый парк, который мы обустроили в Люберцах. И понятно, он сегодня требует уже других подходов. И сегодня мы верстаем проект, если бы не ковид, мы в этом году его сделали, но в этом году мы сверстаем проект, в следующем году приступим, и это будет другой тоже парк, потому что мы расширим тропиночную сеть,
Значит, мы заменим плитку, потому что она устарела морально и физически. Мы заменим освещение. Мы обустроим новые детские спортивные площадки. Но мы и в Наташевском парке сделали, ведь 2 года назад пруды мелели, потому что рядышком прошло метро, и понятно, что нарушены водоносные слои. Мы воду восстановили, мы поставили всесезонную, скажем, круглогодичную спортивную такую, как бы, площадку, я бы сказал, такой, да, спортивный некий комплекс. Значит, ну, комплекс, может, громко сказано, но зимой это возможность кататься на льду, это лед, а летом это скейт-площадка. Владимир Петрович, давайте мы об этом чуть попозже поговорим. Хорошо, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте мы послушаем вопрос. Добрый вечер, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос и не забудьте, пожалуйста, представиться. Хорошо. Мы слушаем вас. Добрый вечер, Владимир Петрович. Добрый. Зовут Антон. У меня такой вопрос. На Октябрьском проспекте 339Б месяц назад демонтировали детскую площадку. Когда и что там будет? Я вас услышал, давайте так, чтобы я тут не фантазировал. Значит, вот там что с детской площадкой? Ее не сделали или начали и бросили? Что происходит? Ну, там только оставили асфальтное основание, и все, пока больше никаких работ. Ну, я вопрос услышал, я своим коллегам прямо с утра поручу. Вы свои коллеги оставили, и на вас тоже выйдут. И мы этот вопрос совместно с вами, если начали, то надо там завершать. То есть я возьму на контроль, и мы эти вопросы... то есть я думаю, что по этой теме вопросов не будет. Мы с вами, Владимир Петрович, возвращаемся к разговору о благоустройстве парков. Да. У нас ведь есть парк сказок, где сейчас проходят работы. В Центральном парке у нас проходят работы. Расскажите, пожалуйста, что там будет, как изменятся наши парки? Хорошо, поэтому я уже начал говорить, чтобы я тут не расплывался в ответах. Поэтому это Наташинский парк, мы его обустроим, обустроили и обустраиваем, и будем, скажем, в следующем году мы приступим, его совершенно будет иметь другой вид. Мы обустроили Центральный парк, и сегодня ряд вопросов мы в этом парке решаем, включая, значит, такую скейт-площадку, вот она заработает, я думаю, где-то к концу июля месяца, значит, даже не июля, я не хочу обманывать, где-то в 20-х числах августа мы ее откроем. Она тоже, я оцениваю, где-то на выходе. Что касается парка сказок Томилина, то мы там делаем такой, скажем, детский игровой комплекс, где будет детская площадка, она будет состоять некий из трех, будем говорить, таких элементов, где будет для самых маленьких одна зона, вторая зона будет качели, и третья зона, она будет таких для детишек разного возраста. Что касается, будем говорить, парка Малаховского озера, то парк Малаховского озера, я оцениваю, что сегодня это один из лучших парков в городском округе, потому что водоем Малаховское озеро, оно привлекательно всегда, особенно летом. Поэтому мы сегодня завершаем третий этап этого озера, обустраиваем, то есть прокладываем тропиночную сеть, делаем освещение, будет пляжная зона, будет волейбольная площадка, детские площадки. И сегодня у нас выходит проект, и я думаю, что где-то мы, наверное, в конце августа, начале сентября приступим к строительству мостика. Кто знает, это Малаховское озеро со стороны Удельной, которая пройдет этот мостик через реку Македонка. Таким образом, мы замыкаем круговое движение, круговую прогулочную зону вокруг Малаховского озера. И это станет некой такой изюминкой. Там сегодня пойдешь, даже не выходной день, а обычный день, и там народа, я даже не знаю, там никогда его столько не было, с разных сторон. Люди проживают где-то в разных уголках Малаховки или в Удельной, идут погулять, потому что там реально красиво, достойно и очень добротно. Но озеро преобразилось, последние несколько лет. Да. Его это мы сделали буквально последние 2 года. Значит, что касается, значит, мы планируем, есть у нас поселок Октябрьский, я оцениваю, что поселок Октябрьский немножечко, ну, в этом плане мне даже неудобно, потому что если мы говорим, мы с точки зрения транспортной доступности, наши поселки пронизывают, допустим, железная дорога, это Люберцы, это Томилино, Малаховка, Красково, то поселок Октябрьский, он немножко, как бы я бы так сказал,
без обиды для жителей Октябрьского, немножко на отшибе, где связывает его с внешним миром, с Москвой, одна дорога, Урал-5. И, к сожалению, так получилось, что сегодня там нету ни кинотеатра, ни ДК, как-то так. И таких зон отдыха нету. Поэтому мы, поселок Октябрьский, мы взяли с лесфонда при помощи губернатора Андреевича Воробьева, взяли 115 га земли. Значит, эти 115 га земли мы сегодня, по сути, оформили и приступаем к проектированию парка и к реализации этого проекта. Часть в этом году, а часть в следующем году, где будет организована парковая зона с прогулочной сетью, тропиночной сетью, с велодорожками, с освещением, со скамеечками, детскими спортивными площадками. И этот парк пройдет от поселка Октябрьский вдоль поселка Мирный, где застройка идет, компания «Самолет», и дойдет до Волкуш, как в народе говорят. То есть такая получится красивая зона отдыха, которая стоит украшением и для Октябрьского, в целом для всей территории. По крайней мере, сегодня такие проекты. Я уже не говорю о рекреационной зоне. Это поселок Коренева или Красково. Значит, это Кореневский или Красковский карьер, мы говорим. Суть в том, что мы на сегодняшний день там обустроили пляжную зону. Значит, мы обустроили на сегодняшний день там такую спортивную зону, кто любит, скажем, воду, водные виды спорта, там будет вейк-парк. И, понятно, мы планируем вокруг вот этого карьера обустроить тропиночную сеть с освещением, с площадками, детская площадка. Поэтому сегодня там все в развитии, мы там поставили раздевалки для переодевания. Пляжная зона обустроена, понятно, ну, обязательно в таких зонах должен быть туалет, там элементы торговли, мороженое, значит, квас, лимонад, это все там будет. То есть эта зона приобретает такой цивилизованный вид. И это тоже станет некой такой точкой притяжения именно наших люберчан, красковчан, кто живет в Коренево, потому что я там бываю порой в выходные дни, в жаркую погоду, там проехать сложно. Найти место для того, чтобы где-то там, скажем, на солнышке прилечь, либо на пляже, либо на травке, тоже сложно. То есть там сегодня такая уже намоленная зона отдыха. И это замечательно. Конечно. О спортивном отдыхе люберчан мы поговорим чуть попозже. Владимир Петрович, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Владимир Петрович. Меня зовут Алексей Белов. Очень рад, что до вас дозвонился. У меня не совсем обычный вопрос, но мне кажется, он интересует очень многих горожан. Я выпускник Московского государственного исторического архитектурного института, родился и вырос, и сейчас живу в Люберцах. И в силу своей профессии я достаточно внимательно изучаю историю своего родного города. И, как и многие другие, знаю, что первое упоминание о Люберцах – это 1623 год. Исходя из этого, на будущий год, в 2023 году, нетрудно посчитать, у Люберец 400-летие, такой юбилей. Хотелось бы узнать, есть ли уже какие-то планы празднования такого масштабного события, и можем ли мы, молодые историки, краеведы, быть чем-то в этом полезны. Спасибо. Ну, я скажу так, что, естественно, мы готовимся, это, по сути, юбилей. Пока мы широкой огласке это не придавали, мы пока внутри администрации с нашей общественностью, с общественной палатой отрабатываем, с краеведческим музеем. Все-таки 400 лет – это дата, хорошая дата. И понятно, что вот, по сути, город был основан в 1623 году. Была небольшая деревушка, все было три двора. Это 623 год, и постепенно эта деревушка разрасталась. В 1732 году эта деревушка получила статус села, потому что был построен храм, значит, церковь. И впоследствии
тоже шло развитие. И суть в том, что такое очередное развитие, я оцениваю, получил в целом город, вот этот наш, мы называем, Люберецкий край, когда в конце 19 века была проложена железная дорога Москва-Рязань. Это первая железная дорога вообще в России. И понятно, что вдоль вот этой дороги начали активно развиваться вот эти наши поселения. Это и люберцы, это и Томилино, Красково, Малаховка. Все начало как-то расти, потому что транспортная артерия в виде железной дороги, она способствовала развитию. Ну, а уже впоследствии, уже в 1925 году люберцы приобретают статус города, потому что город Люберцы получает уже такое название, потому что начала активно развиваться промышленность. Кстати, в 1898 году один из американских предпринимателей, как ни странно, в Люберцах заложил производство, которое впоследствии переросло в производство жатвенных машин, по сути, потом впоследствии продукция для сельхоз, вернее, завод стал развиваться как некое сельхозмашиностроение, это там разного рода косилки, сенокосилки и так далее. И вот с развитием вот этого предприятия, оно имело предприятие такое, этот завод имел такое как бы всесоюзное значение, он был самый крупный в своей отрасли, и по сути в свое время этот завод явился неким градообразующим предприятием. А уже впоследствии, в 30-е годы, возникло целый ряд других предприятий. В послевоенные годы возникли предприятия, где город рос, развивался. И сегодня в самом городе Люберцы проживает, это уже порядка, я думаю, 1230-240 населения. А если мы возьмем весь городской округ, то это порядка 350 тысяч населения. Потому что именно все, что касается, когда город развивается, когда есть транспортная, дорожно-транспортная, инфраструктура. А у нас есть железная дорога. У нас есть сегодня, я оцениваю, развитые автомобильные дороги. Ну и люберцы, я вам скажу, последних, наверное, лет 10, с точки зрения транспортной доступности, среди всех городов Московской области, находится на первом месте. У нас 7 станций метро в шаговой доступности. Это тоже позволило, как бы, скажем, повысить, что ли, привлекательность города. Поэтому я везде говорю, что Люберцы – это столичный регион. И это абсолютно оправданно, потому что мы очень активно развиваемся. Потому что если мы вернемся к 400-летию, то вот это развитие, оно привело от маленькой деревушки от трех домов до большого современного города. Я вам скажу, более того, мы по итогам прошлого года с точки зрения благоустройства городов России свыше, по-моему, 100 тысяч населения, мы входим в сотню самых привлекательных, лучших городов России. Это тоже мы с точки зрения привлекательности, комфорта проживания, мы где-то наравне, у нас вот туда вошли такие города, как Химки, Мытищи, Люберцы. И это тоже как бы заслуга горожан, потому что мы постоянно занимаемся обустройством, благоустройством. Поэтому, чтобы я свой спич заканчивал, то есть у нас есть много чем гордиться. Поэтому будет создан, я думаю, в ближайшее время мы создадим совет по празднованию этого города. Мы постараемся в него, чтобы в этот совет вошли самые активные люди, уважаемые люди. У нас есть почетные граждане Люберецкого городского округа. Будем привлекать историков. Поэтому вот был звонок от Алексея. Значит, я предлагаю, я думаю, что он оставил свои координаты, войти в этот совет, чтобы мы наметили целую программу. Я вам скажу, я так шутя говорю, любой праздник, любой юбилей, неплохо, когда, скажем, кто-то обращает внимание, в том числе какие-то подарки приносит. Поэтому я думаю, что мы выйдем в правительство Московской области с предложением все-таки 400 лет, чтобы как-то мы целый ряд вопросов порешали с точки зрения получения какой-то финансовой помощи на обустройство нашей территории. У нас есть чем заниматься. У нас много вопросов, я хочу сказать. У нас есть вопросы и по станции Люберцы-1. У нас есть вопросы по центру города. Мы давно занимаемся и хотим, и думали. Мы бы, если бы не ковид, то мы бы, наверное, сегодня уже бы достраивали хореографическую школу с реконструкцией ДК.
То есть у нас есть, требует развития спортивные сооружения. Я уже не говорю о том, что сегодня очень активно ведется реконструкция Октябрьского проспекта. Ведется работа по реконструкции Урал-5 с обходом поселка Октябрьский. То есть у нас есть комплекс таких вопросов. Но когда будет совет, мы эти все вопросы вынесем и выйдем на губернатора с предложением, что у нас есть юбилей, и мы видим развитие города вот таким. И есть предложение, чтобы у нас дать динамику, либо толчок в этом развитии. Необходимо решить еще целый ряд вопросов. А для решения этих вопросов, я извиняюсь, как правило, требуются деньги для того, чтобы мы эти вопросы решали. И как раз очень хороший повод. И хороший такой повод, большой, да. Круглый юбилей. Конечно, конечно. И возвращаясь к вопросу о спортивном досуге наших жителей, вот вы сказали, что у нас есть большой каток. В Наташинском парке мы все помним, как он открывался. Это просто была феерия такая спортивная с замечательными фигуристами. Летом для любителей роликовых коньков был не менее интересный праздник – открытие роллер-дрома. И теперь круглый год эта площадка приносит свои плоды для тех людей, которые любят заниматься спортом. О том, как проходил спортивный праздник, я предлагаю посмотреть. Давайте нам с вами сюжет. Хорошо. Спасибо, спасибо. Право первыми опробовать новый роллер-дром получили профессиональные спортсмены. Фигуристы Московской областной федерации роллер-спорта, а также призеры чемпионата России и мира показали зрителям свои лучшие номера. Качеством площадки остались довольны. Он хорошо скользит. Я планирую сюда ходить. Мне очень понравилось. Я готова сюда ходить. Приходить на роллер-дром могут не только спортсмены, но и все любители катания на роликах. Ограничений по возрасту нет. Вход на площадку свободный. Самое главное при себе иметь ролики и защиту на коленники, на локотники и шлем. Это единственное требование. На открытие роллер-дрома пришли в основном юные жители городского округа. Кроме нового спортивного объекта, их ждал еще один подарок, а точнее сюрприз – бесплатное мороженое. Роллер-дром работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Кроме массовых катаний, здесь будут проводить различные мероприятия и мастер-классы. Планируется открытие бесплатных спортивных секций. В летнем режиме многофункциональная площадка будет принимать посетителей до октября. Затем она снова преобразится в ледовый каток. Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, когда можно посетить этот роллер-дром и сколько стоит такой спортивный отдых? Ну, роллер-дром можно посетить, я оцениваю, в любое время. По-моему, там часы работы, по-моему, с 10 до 20 или 21 часа. Значит, стоимость, ну, во-первых, если здесь свои ролики или роликовые коньки, нет вопросов, вход свободный. Если нет, есть прокат. И, по-моему, там цена, по-моему, 200 рублей для детей, школьников, и для взрослых 250. Ну, вопрос такой философский, большие деньги или не очень большие. Ну, это прокат, и он сегодня там организован, и вопросов нет. Что касается, будем говорить, ну, организации вот этого катания, понятно, там есть администрация, есть определенные часы, потому что порой проходят соревнования, либо какие-то групповые занятия, ну, немножко надо подождать. Но эти все вопросы решаются администрацией, вот, будем говорить, этого катка. Самое главное, что этот каток, он такой всесезонный, наш круглогодичный, потому что есть возможность, там есть холодильники. Зимой, где-то я оцениваю, когда температура средняя становится где-то 5-6 градусов, то заливать лед, и он сохраняется, потому что есть, я уже сказал, холодильник. И мы, я так думаю, что он будет функционировать где-то с конца октября, с ноября месяца по март включительно. А уже, допустим, где-то с апреля, с мая и до глубокой осени, понятно, что это будет роллер-дром. И там сделано очень качественное, вот, будем говорить, вот это покрытие, где можно на нем кататься. Это очень важно. И я говорил с ребятами, которые профессионально занимаются вот этим роллер-спортом. Они говорят, что все сделано супер. Можно проводить хоть все союзные соревнования. Это очень важно. Поэтому
Я думаю, что ребята получают удовольствие от того, что там это есть, и есть возможность сюда дойти. Хотя мы, это Наташинский парк, я об этом говорил, у нас есть в планах целый ряд вопросов там изменить, модернизировать, реконструировать. И вот этот ролидром, он, или вот этот, будем говорить, вот это вот, точнее сказать, вот этот каток, он станет тоже украшением, точкой притяжения для нашей молодежи. Владимир Петрович, еще одну важную тему я предлагаю обсудить. 11 сентября состоятся выборы нового состава Совета депутатов. На конференции местного отделения партии «Единая Россия» по результатам предварительного голосования утвердили список кандидатов. Расскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с этим списком и много ли в этом списке новых имен? Ну, во-первых, этим можно ознакомиться на сайте партии «Единая Россия». Значит, каким образом формировался список от партии «Единая Россия»? Где-то с 23, по-моему, по 28 мая прошло предварительное голосование, или правильно называют праймерис, где именно могли принимать участие в голосовании не только члены партии, а и, скажем, сторонники партии или просто жители, отдать свое предпочтение за того или иного кандидата. Таким образом, был сформирован список от партии «Единая Россия» по итогам предварительного голосования. Потом где-то вот в начале июля прошла конференция партии «Единая Россия», где был утвержден этот список от партии, и этот список, он сегодня представлен. Значит, сформировано у нас 32 депутата, у нас 8 многомандатных округов, тоже в каждом округе 4 депутата. И я посмотрел этот список, из 32 депутатов, кандидатов в депутаты, 16 действующие депутаты. То есть, если у нас все в перспективе сложится, то будет 16 депутатов, которые в нынешнем составе работают в Совете депутатов, 16 новых. Но это не значит, что все члены партии или все кандидаты от партии «Единая Россия» станут депутатами. Сегодня такую работу ведут КПРФ. Они, я знаю, у них прошла, вот, по-моему, тут на днях или вчера, значит, конференция КПРФ, где у них есть свои кандидаты. Будут кандидаты от ЛДПР, от «Справедливой России». Я знаю, что занимается этим вопросом и такая как бы партия или движение «Новые люди». Будут самовыдвиженцы. Ну, по нашим прикидкам, где-то будет участников, кто выйдет на финишную прямую, будет зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты, будет не менее 100 человек, более 100 человек. Поэтому у нас 32 места. Поэтому будет минимум 1 к 4. Поэтому все, что прошли, те люди, которые пошли от партии «Единая Россия», не факт, что все станут. Потому что будет конкурентная борьба, будет все непросто. И пройдут те, кого люди знают, кому доверяют, кто более активно будет себя вести в предвыборной кампании. Поэтому я думаю, а, кстати, тоже не сказал, выборы у нас будут 11 сентября. 21 июня наш Совет депутатов определил дату проведения выборов. Эта дата утверждена тоже. 11 сентября пройдут выборы, и тогда будет понятно, кто станет из кандидатов станет депутатом. Это определяют наши жители. Но чтобы наши жители определили, понятно, что нужно поработать. Ну, я думаю, что мы к жителям будем еще не один раз обращаться, потому что многие говорят, вот там все решает администрация. Я везде и всюду говорю, администрация в лице главы является неким исполнителем тех решений, которые принимает Совет депутатов. Потому что все решения по финансированию, по программам, по каким-то вопросам, связанных с развитием территории, принимаются коллегиальным решением Совета депутатов. А задача администрации – это все исполнять, что принял Совет депутатов. Поэтому формирование Совета депутатов – это является важным элементом в структуре управления территорией. Поэтому у нас есть власть исполнительная, это в лице администрации, и власть, будем говорить, ну, грубо скажу, законодательная, значит, скорее всего, она представительная, которая представляет интересы жителей, и это именно эти представители, депутаты, они принимают решение, что же на этой территории делать. А задача администрации – эти решения исполнять. Поэтому очень важно, я об этом еще буду говорить не один раз, и к нашим жителям, чтобы наши жители пришли и отдали свое предпочтение, потому что от Совета депутатов, от депутатов зависит, каким будет в будущем эта территория.
Хочется отметить, что процветание нашего округа зависит не только от власти, не только от депутатского корпуса, но также от каждого человека. Насколько Конечно. Уютный наш дом, насколько красивы наши люберцы, зависит от каждого человека. Я благодарен сегодня многим нашим жителям, активистам, потому что порой нас и критикуют, порой употребляют такие, будем говорить, крепкие словечки. В сетях я везде присутствую. Я ей благодарен, потому что какая бы ни была администрация, она не в состоянии удерживать территорию. Мы не в состоянии смотреть, что происходит на детской спортивной площадке. Где-то яма на дороге, как она образовалась. И когда идут нам сигналы, то мы очень быстро и оперативно это реагируем. Я, по крайней мере, своим коллегам говорю, если мы видим, что кто-то обращается в социальных сетях, неважно, Телеграм, ВКонтакте, где-то на почту, я оцениваю, мы считаем, что этот человек пришел на прием лично, он лично пришел на прием, и мы стремимся эти вопросы решать. Я даю себе отчет, что мы не можем в одночасье что-то решить, ну, скажем, где-то дорогу проложить, или какие-то вопросы решить, там, скажем, школу построить. Но мы говорим, это у нас есть в планах, или когда это будет выполнено, а если не будет выполнено, то почему не будет выполнено? То есть мы должны быть в диалоге, в общении с жителями, и те вопросы, которые требуют сиюминутного решения, их надо решать. У нас есть такие активные жители, которые украшают наш округ, Владимир Петрович. Однозначно. У нас есть замечательный сюжет о том, как наши жители украшают свои дворы. Предлагаю посмотреть. Давайте, спасибо. Здравствуйте, мои хорошенькие, водичку пейте. Цветочные клумбы около дома на улице Калараша 3А появились еще 50 лет назад. Лилии, гортензии, георгины, маки и ромашки пестрят яркими красками. Многолетние растения соседи привозят с дачных участков, а рассаду однолетних выращивают на подоконниках. В летнее время в палисаднике работают и взрослые, и дети. Мы с соседями решили, что наш двор должен быть уютным и красивым, поэтому устраиваем палисадники. Это стало таким своеобразным хобби для многих людей из нашего дома. Мы читаем очень много о том, как поливать растения, как за ними ухаживать. И чувствуя такую заботу, они здорово отвечают нам на нее. И у нас здесь возле дома цветы цветут практически все лето. Около 24-го дома по улице 3-е почтовое отделение палисадник тоже играет разными красками. Ромашки, васильки, дельфиниум, червоная рута и, конечно, парковая роза. Елена Колосова оформила цветочную клумбу 7 лет назад, когда вышла на заслуженный отдых. О красоте под окнами мечтала всегда, но сделать палисадник по-настоящему цветущим удалось не сразу. Здесь вот люди ходили, протоптана была дорожка, поэтому сажать-то не было смысла, все равно все затопчут. Когда поставили заборчик, появился шанс посадить здесь что-то. Сначала понемножечку, потом это все это разрослось. Приносили, знаете, с меру по нитке, голову рубаха, получился вот такой садик. Красота возле подъезда не только результат работы управляющей компании, но и заботливое отношение жителей к своему двору. Сейчас как-то, знаете, люди стали уважать, что ли, ценить. И уже вот с ребенком подходят и начинают показывать, рассказывать. Ведь хорошо же это. Очень красивые дворы, правда, Владимир Петрович? Я согласен, потому что вот, ну, все зависит от людей. Есть люди очень активные, особенно, я скажу, как правило, женщины. Потому что мужчины тоже, они активные, ну, может быть, где-то в спорте, или, возможно, на скамейке домино играет, может быть. Но женщина, они все-таки, что касается двора, и обращение у меня в основном это, как правило, женщины. То ли, неважно, скамеечку поставить, то ли двор обустроить, то ли цветочки посадить. Я им, конечно, благодарен безмерно, потому что вот эта красота, она же делается людьми, и где-то у нас есть управляющие компании, и я скажу, они у нас разные. Мы потихоньку, по сути, заменили управляющие компании, которые ведут себя, ну, скажу так, недобросовестно.
Сегодня эта работа лицензируема, мы спрос определенный требуем. Но все равно управляющая компания тоже не в состоянии там дворниками вот, облагородить цветочки, посадить, чтобы это все благоухало. Тем более в нашей зоне хорошая сегодня солнечная, хорошая погода. Но в нашей зоне бывает и дождливая погода, особенно, скажем, это облачность. И понятно, что когда есть цветы, скажем, такой, разные, скажем, цветы разные, разные окраски, особенно когда преобладают там светлые тона, там белые, голубенькие, какие-то розовенькие, то это украшает. И вышел, вроде погода такая облачная, серая, а ты вышел, а тут как-то палисадик какой-то разбит, цветочки, глянул, уже настроение другое. Поэтому я вот то, что вы показали вот этим девушкам, я им очень благодарен, спасибо. Я думаю, что это будет некий пример заразительный для других жителей. Владимир Петрович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Всем зрителям телеканала ЛРТ мы желаем хорошего вечера и прощаемся до новых встреч на телеканале Люберецкое районное телевидение. Спасибо. Всем хорошего настроения. Спасибо.